Итак, здравствуйте, дорогие интернет-зрители, с вами снова Скудер, значит, это восьмая серия моего прохождения второй части Gran Turismo с первой PlayStation. В прошлой серии мы с вами прикупили первую машину, это Nissan Skyline, правда не GTR, а вот такой вот GTST. Ну и начали проходить первые несложные чемпионаты. Правда, уже у нас там немножко возникли проблемы, но тем не менее мы одолели воскресный кубок. И давайте продолжим. Продолжим вот этим вот клубным кубком. Тоже здесь нет ограничения по лошадиным силам, но тут уже появляется в последнем заезде. Нужна лицензия Б, но, как вы помните, у нас они уже все пройдены. Так что нам можно сейчас участвовать хоть даже в чемпионатах, требующих суперлицензию. Но, конечно, не на этой машине. В данной машине у нас будет немного шансов. Так, это у нас трасса Рим. Короткий ее вариант. Кстати, в шестой части Рим появился вновь, но не в этой конфигурации. Там он тоже называется Rome Circuit, но трасса-то не эта. Почему-то ее решили переработать. Римскую трассу вокруг Колизея. Почему опять-таки не совсем понятно. Ой-ой-ой, ничего себе, какие вы агрессивные ребята. Малолитражки, а? Вот это да, запинали просто. Здоровичка Скайлайна. Ну, кстати, впереди идет Лотус, на котором мы одну из лицензий сдавали. Правда, менее прокачанная конфигурация. Лотус Европа, 71-го года. Так, ну а преследуют они очень хорошо у нас так. Наседают. Ну, это нормально, когда на равных будет сражение. Интереснее. Интересно еще вот вопрос меня такой мучает. Ну, у кого есть PlayStation 3, те знают, что в PSN, ну, в сети соневской, там есть довольно много игр с первой PlayStation. Ну, то есть они как бы их переделали под нужды, под точнее не нужды, а под железо третьей. Вот, и в общем и от первой, и от второй Соньки можно в игры играть, там покупать снова за небольшие деньги и перепроходить. Так вот, вот данного шедевра почему-то там не наблюдается. Первой, второй части Gran Turismo. Хотя я думаю, ну, были бы люди, которые бы нашлись бы те люди, которые бы с удовольствием купили и снова поиграли в хит такой прошлого, потому что там действительно довольно много игр, каких-то как Metal Gear Solid первый, как Silent Hill, Резиденты первые три представлены. Вот, но Gran Turismo почему-то там не наблюдается. Может быть, потому что разработчики думают, что не слишком сильно игровой процесс изменился. Ну, то есть, да, как бы выбираешь машины, также сам проходишь лицензии и гоняешь по классным трассам разным чемпионатам. Но все-таки не знаю я, с чем, в общем, это связано. Почему настолько классная игра, вот ее не перевыпустили для PSN. Хотя первая Сонька, она и без этих добавок в PSN, она способна, ну, в общем, воспроизводить
диск из первой PlayStation. Естественно, лицензион. Еще идет. О, черный, вот тех самых дисков лицензия. Она вполне себе нормально их воспроизводит. Возможность воспроизводить диски от второй Соньки тоже была, но только в самых первых версиях приставки PS3. Это я помню, на старте еще продаж была такая FAT-версия, толстушка 60-гигабайтная. И она вот раз таки воспроизводила игры и от первой, и от второй потом. Причем воспроизводила на именно аппаратном уровне, программа. Вот. Почему потом выпилили? Ну, разработчики объяснили это тем, что для удешевления приставки. Ой-ой-ой-ой-ой! Вот это очень нехорошо. Как меня торможение занесло. Поздно тормоза отпустил и понесло. Вернулись в борьбу. Так вот, объяснили они это и этим, что удешевление. Мне же кажется, что объяснение гораздо более прозаичное, и они решили вот тем самым в PSN как бы перепродавать, срубить еще деньжат на хитах старых поколений, на играх с PlayStation 2. Залочили возможность на аппаратном уровне, просто если у вас есть диски, воспроизводить их на своей приставке. То есть в дальнейшем пришлось их покупать еще раз. Да, цена, конечно, уже совсем не такая высокая, как была когда-то, но тем не менее. В этой связи мне еще тогда более непонятно, почему они для PSN не перевыпустили первую и вторую часть Gran Turismo. Первый PlayStation. Они перевыпустили для PSN. Денег, я думаю, хоть немного, но можно было бы еще срубить на этом. Возможно, там что-то с правами на игру Polyphony Digital сама. Хочет, хотя Polyphony Digital давно уже такая контора подшефная Sony, поэтому... Так, ух, ТВР там как разогнался. Mercedes тут тоже наседает. Ух, финиш какой мощный получился. Так, но тем не менее мы в плотном трафике финишировали первыми. Так, что же у нас там следующее на очереди? Так, 12 тысяч. Резина у нас стоит 17,5. Racing Slick. Так, и что-то мне кажется, что здесь нам будет совсем туго. Так, давайте посмотрим. Вот FR Challenge мы еще можем проехать. Ой, нет. Здесь уже ограничения гораздо более серьезные. Так, FF нам пока нет. Мы не можем участвовать в нем. Так. Здесь тоже. Что, куда нам можно? Здесь уже, наверное, слишком мы мощны. Вот, 246, да? Сейчас получается низшая точка. Так, ну это компакты нас сюда в принципе не пустят. Вот не знаю, сюда ли нас пустят. Global Compact Car. У нас, конечно, не Compact Car, не малолитражка. Но по лошадкам мы пока проходим. Так, да, здесь уже совсем серьезно. Это для универсалов чемпионат. Так, предлагаю нам немножечко все-таки поднять число лошадиных сил. Все-таки, по-моему, мы самые маленькие чемпионаты отъездили, где наши 187 лошадей были бы в самый раз.
и сейчас можно приподнять. Так, 201 лошадиная сила, но можно еще что-нибудь прикупить. Так, турбина, интересно, есть у такого скайлайна? Нет, не предусмотрено в этой версии. Ага. Так, ну еще можно на движке тут покопаться. До скольки у нас хватит? Так, нет, это уже дорого для нас. 5,5. Угу. Так, что еще у нас тут? Стадии 2, 3. Не слишком круто. Так, 211, здесь 8000. Ну да, тогда мы покупаем еще вот это. 214 лошадей стало, ну, по крайней мере, немножечко помощнее. И так нам уже будет попроще соревноваться. Я думаю, тогда сейчас вот хватит здесь. Здесь от трассы к трассе выигрыш становится больше, и, соответственно, соперники становятся более серьезные. Я думаю, что может даже вот с вот такой конфигурацией нам тут будет сложновато в Риме. Я смотрю, соперники здесь очень серьезные. Европейские эти машины, раньше Дельты, вот, Ягуары, там, Лотус, по-моему, впереди. Они очень по лошадиным силам мощные. Хотя, может, здесь тоже не топовые их варианты. Ну, еще вроде бы так более-менее на равных. Ну, хорошо. Ну, впереди Skyline. Скорее всего, это уже GTR. Так, это уже полная версия трассы. Пошли налево. Ну, сейчас придется, я думаю, жестко обороняться от них. По внутренней проскочили, вынесло нас. Широко. Не перестаю я диву даваться со звука с второй части. Стали гораздо лучше звучать, реалистичнее. Молодцы. Ну, у них, во-первых, места стало, скажем так, больше все-таки. Потому что игра вышла на двух дисках, вторая часть. Я вам уже говорил, что аркадный режим вышел на отдельном диске, соответственно, для записи звука освободилось место дополнительное, видимо. Поэтому со звуками мне, конечно, поработать. И самих машин-то здесь гораздо больше. Здесь практически в 4 раза больше парк автомобилей, нежели это было в первой части. Ну, для каждой, конечно, со свой звук. Скорее всего, тоже по качество отличаться. Я не думаю, что все абсолютно машины на одном уровне здесь сделаны. Но тем не менее, так, опять с задних рядов нам придется прорываться. Ягуар у нас. На самом деле удивительно. По идее, у того же Ягуара, который идет впереди, у него гораздо больше лошадиных сил. Он, конечно, тяжелее. Практически, наверное, на тонну. Но и лошадей-то там у него гораздо больше.
БМВ, БМВ, ха, есть! Есть, удалось выиграть. Фу, я аж припотел. 88 тысяч. Jaguar XK8 купе, ну правда, у него даже вот Skyline GTR Spec 2, он мощнее нас на треть, наверное. Ну, может, они тут немножко как-то приглушены по мощности, не знаю, хотя вроде бы во второй части нет такой возможности уменьшать лошадиные силы от стокового количества. Так, давайте засейваемся. Так, и здесь нам не дают еще пока машин. Хотя за вот эту гонку могли бы и дать уже. Тут уже даже лицензия нужна, класса Б. Хоть какую-нибудь малолитражку бы дали, чтобы на ней можно было пройти какой-то чемпионат малолитражек. Но нет. Не хотят пока нас одаривать машинами. Так. Ну вот, Clubman Cup у нас тоже позади. Так, FR Challenge. Ага, Clubman Stager 5. Ну здесь на данном Skyline можно проехать только вот Special Stage, в принципе. Ну давайте еще вот эту гонку проедем. Здесь, я думаю, и машины уже должны дать. Только я вот не помню, если честно, дают машину, когда пройдешь все три трассы в данном чемпионате. Либо за каждую по отдельности. Я запамятовал. Ну, за каждую по отдельности нужно давать. Так, ну здесь, я думаю, должно быть даже попроще, чем в предыдущем. В ночных гонках даже, по-моему, блестеть машины стали больше. Отражение света стало, блик больше, чем, имею в виду, по сравнению с первой частью Gran Turismo. Да, действительно, в ночных гонках, кстати, правда, видно нагляднее, что машины стали выглядеть лучше здесь, чем в первой части. Полигонов больше. Полироль стала лучше. А, это короткая версия. Clubman Stage. Я уже было хотел ехать там прямо. Вынесла тебя, парнишка. У нас тоже не сам, по-моему, 186. Так, ну и как раз сейчас, если удастся здесь выиграть, чтобы машину нам дали какую-нибудь хорошую, хотя бы чтобы привод на ней был другой, или универсал какой-нибудь, чтобы можно было, ну, использовать ее в соседних чемпионатах, потому что здесь на этом Skyline первый чемпионат, даже если мы под лошадиные силы его подстроим, не удастся пройти. Здесь ограничение не только по лошадиным силам, но и по самой модификации машины. Для универсалов там мы не сможем участвовать, для среднемоторных машин тоже это не для нас. Ну, в общем, ограничений стало гораздо больше. Вот это мне нравится во второй части. Но вот я уже говорил, мне не нравится то, что чемпионаты разделили на отдельные просто трассы. Так, тем временем без особых проблем нам удалось одержать победу. Что же, дадите вы нам машину какую-нибудь? Да, здесь уже машина дана. Хорошо. Так, я предлагаю засейваться. Наверное, в этой серии мы больше
проезжать ничего не будем. Сейчас посмотрим, что нам за машину дали. Я, например, хотел бы, чтобы это была какая-нибудь малолитражечка. Мы на ней без проблем проехали чемпионаты малолитражек и уже забыли об этих начальных слабеньких чемпионатах. Продолжили уже на более серьезные темы разговаривать, общаться. Так, заходим в гараж. Смотрим. Силейч дали. Да. Не очень это, конечно. А, и вот еще нововведение. Видите, что сейчас можно машину продавать прямо из гаража. Не надо ее выбирать, потом искать, откуда она. Ну, правильно, потому что здесь куча автосалонов появилась. И... Прошу прощения. Не сразу будет понятно вообще, куда идти. И цена здесь теперь не стандартная за все машины, а варьируется. С одной стороны, это хорошо, потому что мощные машины, гоночные, можно продавать за гораздо более серьезные деньги. Но на начальных этапах, видите, это плохо, потому что денежки совсем маленькие за них. Вот 2000 за этот Силейч, это тоже Nissan. И он тоже заднеприводный, ну, в общем, толку от него абсолютно никакого нету. Абсолютно никакого, он также переднемоторный, заднеприводный, под компакты он тоже не подходит. В общем, наверное, давайте его продадим. Ничего в нем особенного такого нету. Так. Продаем, он тем более и слабее уже, чем наш Skyline. Так, продаем его, пока нам деньги нужнее. Так, давайте зайдем снова в Nissan, тюнинговое ателье, и посмотрим 14 тысяч, что мы можем. Так, нет, облегчаться пока не будем. Так, я думаю, стоит еще лошадиные силы прокачать. Так, вот, нет, здесь 65 тысяч, это очень дорого. А вот, 12,5, да? 266. Так, ну, по-моему, да, там был чемпионат 246 для лошадиных сил, но это для компактов. Мы все равно там участвовать не сможем на Skyline, поэтому смело можно покупать вот эту обновочку. И участвовать уже в более серьезных чемпионатах. Так, и остается 1800. Можно... Ой, нет, не здесь. А давайте немножко облегчимся. На 1200. Так, ну что же, вот, собственно, опять мы все деньги потратили. Так, давайте в Game Status зайдем. Что у нас тут? Вот, видите, справа написано, что последняя лицензия, полученная класса S. 2 на золото у нас все сдано, 16 на серебро, 42 на бронзу. И не сданных нету. А, ну, здесь еще приведена статистика по победам и гонкам. Пока что 88,8 у нас. Одну всего гонку мы проиграли. Так, ну что же. Вот такой теперь у нас Skyline. Ну, с виду он, конечно, не изменился, но зверь-то это уже другой. Так, ну, на этом давайте закончим. Прошли мы очередной чемпионат в этой серии, Clubman Cup. Получили даже первую свою машину, но тут же ее и продали, побарыжничали. Вот, в следующей серии мы продолжим. Ну, а сейчас прощаемся. С вами был Скудер, как всегда. Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх, если понравилось. Комментируйте обязательно. Мне это очень приятно. Ну что же, всем пока-пока. Увидимся в следующей серии.